Всем привет, народ. Решил тут забить немножко время. Начну тогда клаку проходить вторую. Так. Перевод у игры очень странный, он, блядь, частичный дохуя. Очень интересно, можно ли как-нибудь нормально гамму выставить? Customize controls, это не то. Все ракеты
полоску с гаммой, которая, по идее, должна. Здорово, Кивич. Да, квакет заебись. Только я не пойму, как тут гамму устанавливать. Вроде бы должна быть полоска, но что-то нет. Темно довольно-таки. Блять, давай уже прыгай. Так, тут, по-моему, свет какой-то должен быть. А, ну это вот. Тут я был. Здорово, Блазер, здорово, Вен. Патч. Да, в принципе, я какой-то скачивал вместе с раздачей патч, вроде его установил, но хуй знает, ни музыки, ничего нет. У меня даже образ в виртуальном приводе сейчас торчит, где музыка, по идее, должна быть. Но почему-то ее нет. Не знаю, в принципе, и в детстве без музыки играл, поэтому вполне себе неплохо, атмосферно так. Ой, ёпта. Да, я тоже довольно поздно узнал о том, что была вообще в Quake музыка. Впервые я вообще с музыкой в Quake столкнулся с версией на PlayStation 2. Ой, на PlayStation 1. Старые добрые пиксельные мухи. Сука.
добрались. А, ну я, в принципе, помню пару секретных уровней. Тут вот один скоро первый будет, а второй, я помню, был... Нет, даже три, по-моему, секретных уровня тут есть. В общем, если что, если я где-то пропущу что-то, подсказывайте, я загляну. Помню, непонятный до сих пор уровень с этим, с рейлганом, там что-то время шло, короче, надо было что-то там, то ли врагов определенное количество заварить, то ли в цель какие-то попасть, что-то такое. Да, Кивич, я тоже думаю, что без музла тут как-то более такая угнетающая атмосфера. На самом деле даже с русской озвучкой непривычно играть, хотя она тут довольно посредственная, в плане том, что в начальном ролике вообще не было русской озвучки, а тут так, какие-то доп звуки. В детстве я чисто в английскую играл все время. Странно, я думал, тут что-то должно было быть. Видимо, ошибался. А, вот тут, да. Ну да, не без этого. Но, блин, когда до этого тут было, там вообще пиксели размером с кулак, это тоже не очень приятно уже смотреть. Так, вот тут как раз проход на этот секретный уровень. Может, стоит сперва, конечно, облазить этот до конца. Да, вагонетка. Собачки, сволочи, ненавижу. Так.
Что ж такое-то? Как будто гранату вообще не покоцал. Quick damage. Уровень сложности, который открывается через консоль. Нет, не знал, Бладер. Да блин. Так, до этого костюма, по-моему, только, да, сверху можно добраться. Ну ладно, думаю, можно отправиться на секретный уровень. Так. Перебор с патронами от автомата. Мощное оружие. Да, оружие будет действительно мощное. Лол. Ничего себе, взрывная волна. Он здесь. Он здесь. Он здесь. Он здесь. Он здесь. Ну, блин, все патроны все равно. Так, внизу у нас кильки. Вроде бы. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь. Ну да, судя по голосу, мне кажется, это чуть не Кудас, блин. Потому что этот голос, вот этот, который он здесь, он, по-моему, был еще в этом. В Диабле на PS1, блин. Спасибо, Кевич. Так. Кстати, по-моему, вот тут есть какая-то штука там. Или чуть дальше будет. И огромный такой спуск. Там, по-моему, какой-то секрет будет. Там на крышу вагонетки, что ли, надо прыгнуть. Что-то такое. Открылся-то. Он здесь, он здесь. Где же он? Он здесь.
ключик. Вот здесь, вот здесь. Ха! Вот здесь. Блин, темень ни хера не видно. Как их заткнуть-то, я не помню. Перед ним, по-моему, должна стенка появиться. Ладно, потом. Тарелочки. Здорово, Мордыч. Здорово, Булк. Ой, что-то я поторопился. Что такое-то? Вот она бьет сама что-то. Сами с собой разговаривают. Он здесь, где же он? Как бы меня не прибило. А, ну в принципе они не стреляют, если в эту хуйню не попадать. Возможно, да. Такс. Ладно, смотайся пока сюда.
Килька поганая. Ёпта. Чё, с солью, что ли, стреляем? Блин, на акулу что ли наехал? Хер спустишься. Сучевыми. Сейчас главное. Ауч. Наебало. Ладно. Да, взрывы прикольно выглядят. Старая добрая тележка. Так, а это у нас что активирует? Так. Ладно, будем пробовать. Чуть не так. А, вон была эта хуйня. Ладно, сойдем тут. Хотя мне надо было чуть подальше вернуться. Так,
компьютере с ним. Моментик. Тут, по-моему, нужен целиковый костюм, чтобы пережить эту хуйню. Насколько я знаю. Или обычного хватит. Кто помнит. А, ну я, наверное, лоханулся. Надо было сперва тот костюм взять. А потом же только сюда лезть. Ладно. Костюм полезен, он еще как ночное зрение тут работает. С ним хоть видно получше. Сейчас будет этот уровень, который я в детстве не очень любил. Из-за его запутанности. Thank you.
хоррор какой. Initiate scan. Acquiring. Acquired. Personnel located. Now exiting base area. Proceed to bunker area. Destroy Strahd logistical train. Совсем помню смысл опускания этого лифта, может. Что-то он делает. Руки-ножики, как мы их называли, блин. Ой, бочка, иди нахуй. Блин, довольно толстый противник. Помню, были веселые времена, когда еще герои были низкополигональные куски мяса без собственного мнения, и не нужно открывать персонажа в процессе сюжета. Ну да, раньше такое было. Неважно. Потом начали сюжет тянуть. Ну, просто пока технологии развивались, в принципе, на сюжет особо-то можно было и подзабить. А сейчас, когда технологии, ну, графика, по крайней мере, растет не в такой прям прогрессии, то приходится делать упор на сюжеты и все такое, на геймплее. Так. Так, мне надо выдвинуть лестницу, ой, мостик. Может, это я лифт выдвинул? Скорее всего, да. Дверь откроется после. Аж предупреждает. Помню, в игре второго уровня бесил. Первый, когда это под землю падаешь, там такая дробилка. А второй тот уровень, что надо вернуться назад или типа того. Долго не раз. Да. Там еще есть противники такие неприятные, эти обезьяны поганые. Они реально бесят. Слышу бочку радости. Вон. Ну, давай, давай. Где же он?
проще вот так. Бум. Ой, вот это, сука. Будум. Будум, блин. Так. Да, дантист весьма. Так, тут секретка, она где? Где-то я что-то не нажал. А вот. Это голоса в голове, может, чуть не обращай внимания. Ауч. Оригинала, по-моему, да, они что-то там бормочут. Но я не помню, чтобы они прям каждую секунду такая хуйня была. Они так время от времени там что-то бормотали, но чтоб прям без перерыва он здесь взять. Такого не было точно. А, шум пошел. Это, блядь. Ёбаный, соединение. Сейчас нормально? Над провод просто наступил, ничего не поделать. Так, ну окей, допустим, яркости, смотрю настройки графон, там DirectX или OpenGL, Default OpenGL.
Есть 3DFX и PowerVR. Но PowerVR я не буду ставить, я уже пробовал, и игра там, блядь, пиздец, ее пидорасит, и она вылетает. Так что либо 3DFX, либо обычный. Ёптать, 7 хп, ты чё, охуел? Ладно, сохранюсь. Сейчас этого патролю, блин. Давай, беги, 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 беги. Ух. Э? Курлык. Всё. Так, а как отсюда? Слезть без происшествий я в душе не ебу. Да, цепь, пушка. О, вступила. Ладно. Ой, сейчас по бокам повылазит. Хуя себе. Что-то далеко. Так. Чё же они не предусмотрели-то адекватных спусков-то вниз? Что же я должен ноги-то ломать? Так, затопленная комната, я помню. Там кильки несчастные плавают. Да, подошел из угла. Вот это тоже что-то подозрительное. Я не помню, открывается ли она, по-моему, нет. Выбросил на сушу. Так, есть ли тут что интересное? Так, вроде бы не особо. Huh.
хотел эволюционизм. Вот гондоны кружили, да? Со всех сторон. Так, ты не подходи. Бу-дум. Вон тут что-то должно быть. Так, тут у нас путь обратно. Откроется позже. Отлично. Но мне все равно суп не надо. Вот здесь. Маслы. Так, ну сюда потом. Звук прикольный. Вот здесь. Так. Сейчас этого гондона выманим. Иди сюда. Ох, ёптать. Так, внизу, кстати, хорошенькая броня лежит, поэтому, наверное, стоит туда сходить. Всегда, когда смотрел на иконку этой брони, мне казалось, что это мышиная рожа. Так, вот там тоже есть секретик, поэтому надо как-нибудь туда забраться разок. Так, что-то он скромно движется вообще. А, наверное, тут еще надо нажать. Необходимо перехватить вражеский поезд с амуницией. Необходимо перехватить вражеский поезд с амуницией. Это баг или мне так кажется? Потому что он должен, по идее, ездить. Перехватить вражеский поезд с амуницией. Блять, теперь поехал. Вот сука.
Ну, терпи, мордоч. Ничего не поделать. У них, наверное, в армии все отбиты, и им надо по миллион раз повторять, чтобы они не забыли. Так, запрыгнули. Quick damage, quad damage. Ну да, я видел модельку-то. С учетом того, что они все так на одно лицо, и тут будет уровни с заложниками и все такое. Махайтесь друг с другом. Да, дуэль века. Не помню, наверное, чуть-чуть в другом месте будет. Да, наверное, в другом. Так. Вот мы нашли куб. Амуниции. Так. Поезд. Снова начинает мозги ебать. Перехватили уже, чё? Да. Вот так их можно еще заткнуть. А не получилось. Терпи, Мордоч. Thank you.
Ну чё, раньше озвучивали там за бутылку водки. Ай, блядь. Какой-нибудь там дядю Петю попросили озвучить. Ладно, нужно это вот здесь, да. Вот так вот. Мне кажется, Невский, блядь, озвучил эту хуйню. Вот здесь, блядь. Он здесь, вот здесь. Необходимо перехватить польский поезд с амуницией. Получено новое задание, сучки. Блять, чатка скоро, не знаю, чокнется, наверное. Я сам в ахуе сперва был, но сейчас вроде пока играю, то когда играешь не особо, так похуй, в принципе. А вот когда смотришь, это сильнее заметно, это да. Иногда получалось их как-то затыкать, я не знаю, просто нажимал на эскейп и вроде все затыкали. Как... Блять, ну это действительно наркомания, я не знаю. Я посмотрю, конечно, на следующий стрим, может, как-нибудь снести можно эту хуйню. Так. Поезд-то уже давно перехватили, чё не доебались до меня, вернитесь в оружейный склад. Перехватить
Призойти в Блазер, ну я не знаю, мне кажется, это вряд ли поможет. Оно все равно до первого нового задания, и потом начнется опять все это по новой. Получено новое задание. Получено новое задание. Так, все, заткнись, гей. Получено новое задание. Получено новое задание. Сука такая. Получено новое задание. Сейфлоудом попробовать. Ну давай попробуем. По крайней мере, про задание закончил, пиздец. Благословенная тишина, да, народ? Так, получено новое задание. Получено новое задание. Так вот. Так, что так темно тут, где-то должен быть включатель типа. Ну да, Фаргус, вся хуйня. Вместо Quake 2 игра называлась «Получено зона, новое задание, угони поезд 2». Вот здесь. Вот здесь. Хрянь, клинит, мне кажется. Мне один раз сказали, это, блядь, в какой-то цикл превращается. Он здесь, он здесь. Полезно, да. Ну, они, мне кажется, такое говорят даже тогда, когда меня просто тут не видят. Вот здесь.
ёпта. Ну я нажал. Сука, открывайся, твою мать. Хера себе. Хера себе. Да так. Да, сингл вообще охуенный. Получено новое задание. Да и в принципе дополнения у него неплохие такие. Получено новое задание. Ну, всяких приколов. Так, где это? Лол, мне выстрелили в лицо, это получен новое задание, просто заткнулся сам. Да, пух. Сучонок. Бум. Сейчас будет эта здоровая хуйня, по-моему, да. Так. Ой, ёпта. Чё, пулемёт так и хера себе выскочил. Так забавно поднимается, когда стреляешь, он просто его прям еле удержишь, поэтому очередями проще стрелять. Так. Ой-ой-ой. Интересно, а сюда что тут? А, ну тут в принципе ничего такого. Ха! Ха!
чеках на софтварном рендере. Зачем? Смачная картинка. Я вот пробовал на этом. Как он? Вот это вот, про который Мордыч говорил, OpenGL, PowerVR. Мне уже хватило. Поэтому как-то так. А, тут кнопка что ли должна быть? А вот. О, у меня уж максимум этих. А, ну да, я, кажется, догадываюсь, о какой трубе ты говоришь. Так, что-то тут нажать, что ли, надо? Не видно ни хера просто. По-моему, сейчас тюрьма как раз будет. Частично. Игорёк, ну я что-то удивился, что ты раньше Кивич хотел стримить. Сейчас ты хотел, то я уступлю, конечно. Я уж и так стримлю сколько? Почти полтора часа. Да вроде нет, если Бормыч что-то не задумал. Так, как бы мне яйки не прищемило. Бормы спать, ну да. Я сам сегодня часа в три проснулся. Так, я не вижу. Понятно. Так.
Наверное, прыгнуть надо сейчас, потому что другого момента туда попасть не будет, насколько я помню. Он решил это Кивич отпуск немного оттяпать, там половину тоже отдохнуть. Evacuation. Ну да, Борн всех повеселил. Все отсыпались как могли. Та не видно ни хера, вот. Стелс. О, помню тебя, чувак, помню. Лучше бы забыл. Хера себе, не, меня это не устраивает. Я просто боюсь, там этот барашек сбоку еще стоит. У него рельса. Ну да. Но мы в детстве так извращались, что жесть. Мы убивали босса вот с этого пистолета финального, короче. Потом там в секретном уровне один из боссов, но он повторяется уже, этот летающий какой-то мудила там. У него еще ракетная установка такая на пузе, еще лапы такие, как у насекомого. Ну вот, и там надо... Ну, там низкая гравитация, короче, и надо этот... какой-то спутник, что ли, повредить. Ну вот, и я его мочил этим спутником, короче, нажимал, он прям на него падал, и вместе с ним вниз там, ну, как только не извращались. Глумились над ним, как манги, короче. Ни хера не поймешь, стена это или противник.
А, вон, помню, веселенькое место. Правда, я уже отключил тут лазеры были. А, вон, появились. А, ну эта бочка мне понадобится, поэтому... Уничтожается. Да. Вместо попсы тут он здесь, миссия выполнена. Так далее. Я дальше не проходил. Ну вот, видишь, узнал что-то новое. Так. В принципе, можно, по-моему, еще прыгнуть на эту бочку каким-то макаром и перепрыгнуть через лучи, по-моему. Тоже один из вариантов. Ну, так попроще. Так. Да, вот. Где их там в мясо перерабатывают, там все такое. Вот это самый угарный уровень. Из них колбасу делать. Так, это начало. А чё, куда мне? Я не понял. Проникнуть во внешнюю защиту тюрьмы. Прорвали брешь, ублюдка. Так. Ну, откроется после. Жалко, что из этой пуколки стрелять нельзя. Ну ладно, не важно. А, наверное, на лифт. Точно. Уф. Задница. Получено новое задание. Получено новое задание.
да. Свежок-то халфовский сперва был у халфы. Получено новое задание. Вот здесь. Получено новое задание. Майкл Бэй обзавидовался с этим спецэффектом. Ну да, они неплохо так поработали с движком, они его перелопатили, можно сказать. Но все равно Half-House узнается. Получите доступ к центральному. Еще к центру задержания. Получено новое задание. Ах ты, гмар Джоба. Ой, сука, напугал. Я вообще не юзаю Quake Damage, блин, надо поправить это дело. Вон, с одного выстрела, блин, как с куста. Так, надо сейчас побыстрее набить. О, куски. О, вот эти вот аптекари меня еще бесят. Они противников воскрешают, если они не на куски разрублены. А я столкнулся с такой проблемой, иногда они как нам воскрешают, блин, потом загребать опять. По-моему, они любого вообще противника, ну, кроме босса, разумеется, поэтому свои в мясо. К
казалось бы, бесполезно, но убийство их поощряется почему-то. С них аж патроны падают. Вроде бы все, обсмотрел, что мог. Что мог, что мог. Хотя меня смущает один момент. Как туда попасть? Или я потом вернусь? Блазер, ты не помнишь? Даже если тут есть кнопочка, ее нихер найдешь. Ну ладно, пойдем дальше. Вот как выглядит главгерой, которую я застрелил. Они одинаковые. Все, так. В Quake 3, по-моему, даже есть модель КТ. Главгерой из второй Quake. Начнутся эти обезьяны, по-моему, которых я недолюбливаю. Так, ну сюда я пока не попадаю. Поэтому идем в другое место. А, тут сейчас еще сапожники начнутся. С летающими. Да, тоже еще рановато, но тут уже они сейчас должны появиться. Вроде бы. О, сапоги вижу. Звуки тут забавные, конечно. Тяжко не получить в лицо от него с этой фигни. Так, там уже пирамидка. Получено новое задание.
Получено новое задание. Вроде бы перехватил, по крайней мере, мне больше не талдычит. А, пирамид кей нужен. Окей. Этот ключ-то юзать, который я нашел. Возможно, мне вообще назад надо вернуться. Такое не исключаю, в принципе. Давайте попробуем. Получено новое задание. Ага, да, этот компьютер где-то здесь. Получено новое задание. А, вот, нашел. Лол. Ларчик просто открывался. Получено новое задание. Получено новое задание. Ага. Получено новое задание. Да, точно, вот сюда этот ключ. Барнаклов. Ну, то, что струя кислоты похожа на этот, на язык барнакла, что-то да есть такое. Thank you.
Так, включаем этот клан. Ну, не знаю, мне казалось, это кислота. Может, кстати, что-то еще. Может, и я тоже ошибался. Я даже не гуглил по этому поводу ничего. Получено новое задание. Получено новое задание. Сразу куча мудаков. Получено новое задание. Получено новое задание. Тут там с туалета еще кричит, блин. Тут потерялся. Получено новое задание. Ну, сейчас новое оружие дадут, тоже полезная штучка. Пытают уже кого-то. Началась тюрьма. Не знаю, я просто когда уже играл в Quake у двоюродной сестры, у нее там уже третий пенек был, поэтому проблем я там не ощущал. Так, вот десок с квейком первым, наверное. Thank you.
куда бы дальше пойти? А вот типа. Хер, как говорится. С диском и туда можно. О! Совсем уже мало. Убей меня. Так, тут секрет точно будет какой-то искать. О, с гранатомет выпал с чувака. Теперь гранаты будет кидать проще. Так. Так, вот тут это канализация. Побег. Ну, для другого бы он был неудачным. Так, кислородный маск. Чувак, нет, не надо. Хотя надо было. Security ключ. Здорово, Тайм. Мужика не спасти. Он купаться отправился. Время пришло. Так, сейчас я сперва тут все обшмонаю. Он с него что упало? Гиперпластер. Получено новое задание.
Так, ну чё, ребят, свои 2 часа я отпахал, поэтому, пожалуй... Блять, он даже в меню не затыкается. Поэтому я на сегодня закончу. Всем спасибо, что смотрели. Через час Игорёк запустит «Принца Персии». Всем удачи, всем пока.